Приветствую, друзья! У меня возник небольшой спор с нашим архитектором Русланом в плане того, каким светом должны освещаться данные здания, теплым или холодным. Я не могу сказать, что мне холодный прям намного сильнее нравится. У меня равное отношение и к теплому, и холодному. Вот. Но у нас был сделан конкурс, насколько вы помните. Ну, в комментариях писали, кому какой цвет больше нравится. Возможно, мы немножко неправильно подошли к этому вопросу. То есть, что красивей, а правильнее будет с архитектурной все-таки точки зрения, какое здание будет выглядеть более настоящим, реалистичным, правильно? Вот. И большинство людей проголосовало за холодный. Я отстаиваю ту точку зрения, что если мы устроили голосование, и если большинство людей поддержали какой-то вариант, то нужно сделать этот вариант. Иначе зачем делать это голосование? Так что я предлагаю немножко все-таки перефразировать, посмотреть на эти здания с точки зрения, какое более реалистично выглядит, сделать еще одно голосование в комментариях, последнее, и как вы проголосуете, и также желательно указать, кто вы, какая у вас профессия. Это тоже важно, возможно, это ну, кто-то голосовал, кто-то просто школьник, которому это просто ближе по душе понравилось, а кто-то, может, архитектор, кто-то занимается освещением, кто-то электрик, и у каждого свое мнение. Вот, поэтому давайте сделаем еще одно голосование, и уже исходя из ваших голосов, точно определимся, теплые или холодные здания. Ну вот у меня все. Чтобы не селить зерно сомнений в свою голову, мы решили сделать два независимых мнения о том, какая подсветка будет на макете зданий, которые будут располагаться на макете лес, холодная или теплая. Я выскажу свое с архитектурной точки зрения. Если бы вопрос стоял о том, какая красивее, просто в контексте формы, там, цвета, света, скорее всего, я бы выбрал белую. Но моя задача стоит такая, что я должен макетом донести понимание, что это за объект, что это не просто какой-то музейный экспонат или арт-объект, не просто какой-то сталактит, а то, что это жилое здание, то, что там есть какая-то жизнь. Если мы загуглим «ночной город», то мы увидим, что все фотографии, они с теплым светом, если они, конечно, не были подвержены обработке цифровой. И если даже человеку говоришь, представь вот себе дом зимний, уютный, то он всегда будет представлять, что в окне горит какой-то теплый свет. Задача, чтобы человек захотел там жить, представлял свою какую-то жизнедеятельность, чтобы ему было комфортно, ощущение теплоты. И вот задача именно донести смысл, что это здание передать вот через форму, цвет и освещение. Такое мое мнение. Пишите свои мысли в комментариях.